Добрый день всем. Сегодня мы будем отваривать капусту и кормить анцитрусов. Ею же. Вот они у меня малыши. Ну, размер где-то сантиметра полтора максимум. Сегодня я их пересадил в большой аквариум. Здесь у меня он еще 4 скалярии плавают небольшого размера. Они, конечно, немножко охотятся на них. Но, вон, сами видите, как они. Но я их покормил. Надеюсь, мальков не тронут. Так, пойдем варить капусту. Так, поставили водичку, чтобы закипело. И вот такие вот кусочки я бросаю в воду, чтобы немножечко их проварить. Проварим до тех пор, чтобы они не всплывали. Главное не сделать из них кашу. Проварим для того, чтобы рыбе было проще ее есть. Потому что так как капуста жесткая, им сложнее ее дербанить. Хотя если есть хотят, конечно, ее едят. Но лучше проварить. Также можно и тыкву, и огурец свежий, но не соленый. Тыкву тоже таким же макаром немножечко провариваем. Если есть улитки, ампулярии, то и ампулярии будут довольны капусточкой. Так, ну, отварю. В принципе, видите, она уже начинает немножечко становиться прозрачной. Но еще всплывает. Но огурчиками, кстати, лучше кормить не тепличными, не покупными, а лучше, конечно, купить на рынке у бабушки, так сказать, домашние за грядки. Чтобы не было всяких нитратов, добавок и всего остального. И когда добавляете огурец, ну я, например, шкурку срезаю. Иногда бывает, что цепляю на эту шкурку грузик для того, чтобы опустился на дно огурец. Ну, в данный момент мы капустой занимаемся. Огурец будет позже. Увеличим немножко огонь. Капусточка наша почти готова. Осталось еще совсем немножко. Видите, она уже начинает становиться прозрачной более. Некоторые ее отваривают и замораживают. Но, как по мне, лучше лишний раз отварить, чем размораживать постоянно. Так, один листик почти готов уже, полностью стал прозрачным. Здесь немножечко еще краешки. И будет он тонуть. Ну, уже, видите, один уже, в принципе, почти не всплывает. Вот здесь вот чуть-чуть осталось у него провариться. И все. Этот еще, конечно, плавает. Так, этот перевернем.
Уже пошел запах вареной капусты. Почти как борщик. Так, ну, выключаем. Здесь наблюдаем. Сейчас немножечко она полежит, дойдет. И будем бросать в аквариум. Так, ну сейчас я достану, остужу ее и покажу, как она буду кидать в аквариум. Итак, остудил я капусточку. И вот, как видите, без каких-либо грузиков у нас листик опускается на дно. Постепенно, медленно, но уверенно. И скалярии, в принципе, будут питаться им, и сомики. Так что не так уж и сложно это ее варить. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь на мой канал.